А спорим, что за 3 секунды невозможно подписаться и поставить лайк. Всем привет, дорогие подписчики, с вами Костя Димка, и сегодня мы продолжаем играть в Black Russian на 27-м сервере Казань. Я, конечно же, приглашаю играть вместе со мной. Переходи по ссылочке в описании, скачивай лаунчер, ничего сложного, указывай свой никнейм и заходи к нам на сервер. Как только достигнешь 2 уровня, не забудь, конечно же, ребята, ввести мой промокод в хэштег промо, активировать промокод и вот сюда введи их. Получается хэштег Димк. Это единственный промокод, который работает на данный момент на сервере Казань. И я получил за него 15 тысяч рублей. Поэтому обязательно используй этот промокод и, конечно же, получай халявные деньги. Ну а сегодня, ребята, у нас будет необычный ролик. Все потому, что, ребята, буквально час назад нам объявили, что Black Russian наконец-таки, ребята, будет у нас на iOS. То есть вы сможете играть, конечно же, на айфоне, на айпаде и так далее. И, ребята, это уже 100% информация. Прямо сейчас я даже покажу вам геймплей, как это будет выглядеть как раз таки на айпаде. Вы только посмотрите сюда. Получается, ребята, реально, вот она игра на, наконец-таки, ребята, получается, устройствах iOS. Я просто реально очень сильно этому максимально рад, потому что, ребята, если вы не знали, то, конечно же, многие пытались неоднократно запустить Black Russian на iOS, но у них ничего не получалось, все потому что нужно было скачивать какие-то эмуляторы, которые, возможно, не работали. Или же, наоборот, работали с перебоями. А здесь, как видите, вы просто должны будете скачать, как на андроиде, обычный, конечно же, установщик. Обычный, с официального сайта. И просто зарегистрироваться, как это обычно было. То есть, никакие эмуляторы больше, никакие другие сторонние программы просто-напросто не нужны. Вы посмотрите, конечно же, ребята, как все плавно здесь сейчас у нас все устроено. Очень классная картинка, очень сочная. Соответственно, ребята, теперь у тех людей, которых были айфоны, а в частности у меня, я могу больше не пользоваться как раз таки своим Android устройством и забросить его куда подальше, ребята, выкрутить на максималку получается нашу игру и играть и наслаждаться этой классной графикой и этим классным сглаживанием. Ребята, я могу лишь только сказать то, что у меня, кстати, 12 Pro iPhone, и я думаю, что у меня вообще никаких проблем теперь с качеством картинки точно не будет. Ну и самое главное, возможно, я даже куплю iPad. И пиши плюс в чат, если также будешь покупать iPad для игры в Black Russian. Но, ребята, касаемо этого обновления, я думаю, что это еще не все. Мы уже неоднократно рассматривали, получается, обновление, где добавят, конечно же, эту новую работу пожарной части, соответственно, пожарник. Прямо сейчас вы видите все на ваших экранах, эту картиночку, где, конечно же, ну, вы видите то, что у нас добавляются новые машины, новая работа, форма и, конечно же, некоторые объекты и так далее. Поэтому, ребята, я думаю, что это как раз таки вот вместе с данной работой и возможность играть на iOS тоже будет уже доступно. А еще я хочу сказать то, что я примерно понимаю, когда будет доступна возможность играть на айфоне, но, соответственно, новая работа. И чуть позже еще мы поговорим как раз таки о новом поселке, который я даже не показывал вам, но уже, в общем-то, в обычном, получается, ребята, паблике, именно официальном Black Russian, уже многие об этом как раз таки говорят. Так вот, ребята, я думаю, что это все будет доступно в конце августа. Ну, я так предполагаю, как раз таки перед школой. Поэтому, ребята, обязательно, обязательно ставь плюс в чат, если очень сильно ждешь как раз таки возможность играть на айфоне. Вот, ну и, конечно же, новую работу. И сам, ребята, поселок, вы посмотрите также на картиночке. Вот он, емать, он огромнейший. Тут, кстати, есть некоторые пасхалочки, которые я уже обнаружил. Говорить я пока о них не буду. Возможно, мы сделаем еще дополнительный ролик чуть позже. Вы просто вот как думаете, вот что здесь спрятано? Вот реально тут разработчики оставили пару пасхалочек, поэтому попробуйте отгадать. Ну а так, если мы посмотрим, здесь просто огромнейший, огромнейший поселок на горе. Также есть возможность, конечно же, кататься на лыжах, я так полагаю. Возможно, что и это будет нам доступно. Это очень клево. Ну и все вот это у нас, ребята, будет доступно, я думаю, уже в скором времени, вместе с возможностью играть на iOS устройствах, вместе с новой работой. И я думаю, много новых тачек еще будет добавлено, ребята. Возможно, даже завезут новую графику, потому что в официальном паблике уже, как вы видели, добавляли несколько картинок, где были представлены одни бэхи с просто нереально какой-то невероятно классной графикой. То есть даже лучше, чем на компьютере в GTA-шечку 5 я играю. Ну, примерно, да. Ну и типа, прикиньте, если это все у нас будет как раз-таки на айфонах реализовано, это же вообще
вообще просто мега пушечный. Ну, в общем-то, я думаю, что эта информация максимально не только порадовала меня, ну и, конечно же, любителей играть в Black Rush, соответственно, именно вас. Поэтому, ребята, если вы давно ждали, опять же таки, напишите об этом в комментариях и напишите, как сильно вы обожаете от 1 до 10 игру Black Rush. Ребята, конечно же, подписывайтесь на канал, я буду оповещать обо всех новых обновлениях как можно скорее, чтобы вы все были в курсе. А также, ребята, через пару дней я выпущу еще новые промокоды по традиции, о которых вы меня постоянно просите в комментариях, ну и, конечно же, уже ВКонтакте. В общем-то, ребята, ждите следующий ролик, обязательно ставьте лайк на этот, и, конечно же, ребята, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, с вами был Диман, не забывайте о моем промо в хэштег промо, здесь нажимайте активировать промокод, и не забывайте мой промокод Димк, ребята, на сервере Казань, он пока что единственный, кто работает и дает халявные деньги. Вот, ну и вступайте в нашу семью. Всем удачи, ребята, и всем хорошего настроения, и всем пока!